На этой летучей ноте очень хочется объявить окончание концерта. Мне хочется просто оставить вас наедине. Прекрасно. Прекрасно, да, наконец-то. Что делаете? По симпатичному лицу делаете. Не могу, да, это. Сегодня будут две премьеры песни, на самом деле. Знаете, я как подгадал. Секунду, я все сделаю. Ты пока говори. Пожалуйста. Рабочие сцены Вадим еще, бля. Кстати, был забавный случай. Мы однажды приехали с Вадиком и с Валерой в Свердловск. И оказалось... В Екатеринбург, да. Оказалось, что дворец культуры, в котором мы должны были выступать, закрыт на ортопедический ремонт. Нифига не видно. Ну, конечно. Я сейчас делаю. Вот. И нас определили выступать в Свердловский цирк. Да. Вернячки сразу. Мы зашли в цирк, естественно, с заднего крыльца. Афиша перед цирком была гениальная, было написано 16:00 дрессированные гамадрилы с Мадагаскара, 19:00 барды из Москвы. Я сразу сказал, что забыли написать слово дрессированные, значит, плохо управляемые, кусучие. Когда зашли в цирк и вдохнули один раз, выдохнули на следующий день в Москве. Потому что рядом жили слоны. О слонах, кстати, расскажет Евгений Николаевич Быков 24 числа. У нас будет здесь вечер авторской болотки 2. Мы будем баять то, что мы видели, то, что происходило с нами. И Евгений Николаевич, он как-то укрощал слонов. Ну ладно, это все 24-го. Да. Кто придет, хорошо. Кто не уйдет сегодня отсюда, доживите здесь до 24-го. Ну вот, и значит, ну это не самое главное. Мы зашли, и доска объявлений, на ней приказы, приказы там... Скотника Сидорова за связь с гамадрилом нашей воли, там, разные приказы. И после этого перечня очень хороших, значит, слов, вот это истина. Директор Свердловского цирка Живодеров. То есть, вот, помните, Лавренев, да, Мичман Курочкин застрелился, к нему командиром Кураедова назначили. Ну, так и здесь было, понимаете? То есть я понял, что звери в этом цирке обречены на недолгую, но очень бурную и яркую жизнь. Точно так и произошло, когда мы не выдыхая, потому что... И все, запах Африки застрял. Мы вышли на сцену, а арена и как? И Валера работал по центру, и я кричал налево, Владик направо. Друг друга мы не слышали и не видели, может оно и к счастью. Не знаю. Но поскольку сегодня все-таки преддверие... Вот и старый провалили, вот и новый наступил. На любимую мозоль, да так, чтобы роста нету сил. Разрывается на части телевизор не цветной. Тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив. Кто не выпил, тот больной. Бо больной, або подлюка, потому как жизнь одна. Это такая, братцы, штука, хошь на хошь обьешь до дна. Кто зальет ее шампанским, а кто крошкой своей. Заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский. Заводи мотивчик шпанский, сердцу будет веселей. Телевизор, телегелия говорит, тянут еле лапы к низу, новогодний шар залит, спит под елкой, ежик бриты, видит радостные сны, а со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты, перед новым все равны, а вот и старые проводили, а вот и новый наступил, а вот что-то проводили, а кто-то что-то вот наступил, да о. Старый я седой, какие здесь обмороки шарят. Последняя фраза, она потрясла меня до глубины души. Это брат Евгения Николаевича Быкова, который служил срочную где-то в морском стройбате на Дальнем Востоке. Через 3 года человек вернулся на Урал, приехал в Москву и где-то в августе в подземном переходе на Тверской он увидел небесных созданий в мини-юбках. Вот представляете, матрос так встал и сказал эту гениальную фразу. Старый, я седой, какие здесь обмороки шарят. Я как старый лингвист до сих пор пытаюсь расшифровать эту фразу. Кроме эмоций, ну ничего в голову не лезет. Вот так вот нарочно не придумаешь, да.
кстати, нарочно не придумаешь. Вот сейчас 2012 уже, да? А в 2000 году я был обречен смотреть программу ОРТ целых 10 дней. И не к ночи будет помянут Владимир Вольфович, а как Жириновский. Кстати, набрал ли он 2 миллиона подписи? Не-не-не, в этот раз подпись. Только подписи, да. Я очень тревожен за него. Вот. И он 12 лет назад сказал, что россияне должны отдыхать, и россияне отдыхали, но 12 лет назад нормальный человек с 30 по 3 рассчитал свои силы, количество, салат оливье, корыца. Ну, 3-го-то все и закончился, а еще, оказывается, неделю надо было что-то есть, пить, жить. А главное смотреть. Ну и вот тогда написалась такая песня. Да, как раз тогда еще тогдашний министр здравоохранения Зурабов отменил льготы для бабушек. Это потрясло нас. А в Новый год страна смотрела телевизор. Одни и те же сиськи-ляшки и зады. Одни и те же мастера, прикольные шизы. Хиты, понты и ощущение беды. Из века в век, из года в год перелетали. Все те же лица, все те же звезды под фанеру не в попад. И в Новый год сидели люди и гадали, когда ж начнется долгожданный звездопад. Деды вздыхали в телевизор, вот где бабки. Не то что наши, нет ни денег и ни льгот. И наступив в который раз на те же грабки, страна смотрела телевизор в Новый год. А там девчонка залетела, как хотела. Парнишка с грудью, мол, все будет хорошо. Страна дурела, отрывалась и балдела. Из-под стола кричал экран, давай еще. И там давали сразу все и сразу многим. Кумиры прыгали с канала на канал. Все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный, вечный, бесконечный сериал. И вечный шлягер, и покой нам только снится. Куда ни плюнь, звезда звездою говорит. Все те же маски, не похожие на лица. Десятидневный мега-гипер-супер-хит. Но деньги кончились, экраны опустили. И мертвый город пьяно спит и видит сны. В мозгах бушуют предпохмельные метели, намереваясь не кончаться до весны. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж из этих цепких лап куда уйдет? И телевизоры экраны зажигают. Страна вставала. Страна вставала. Страна, вставай, мы повторяем Новый год. А вот теперь скажите мне, что изменилось за эти 12 лет? Ну, девчонку с грудью, мальчонку с грудью стали показывать чуть меньше. Он там Лаша Тумбай, Раша Гудбай сказал неловко, фикция не та, тебе тут же правда. Перекрыли кислород, жалеет, из миллиардера стал миллионером гривен. Думаем, да? Ну что, а ничего не изменилось. Когда я смотрю, что телевизор думает, что страна только и ждет, чтобы понять, почему у Филиппа с Аллой не получилось. Или почему у Аллы получилось с Максимом. И следующее, почему, естественно, две логические посылки, почему не получилось у Филиппа с Максимом. Это надо ожидать этого. Раз, два, три. Ну ладно. Уже пошли дискуссии, поэтому... Вот. А песня, которую я так и не спел перед Новым годом, но все-таки сейчас хочу вспомнить, воскресить старое, это когда один раз в жизни, ну, я так радуюсь, что не каждому, наверное, дано, я один раз в жизни был в шкуре Дедушки Мороза, причем, я понимаю, в свежесодранной шкуре. Кровь еще не успела загустеть, поэтому шуба-то и красная. Я тогда работал в газете «Вечерняя Казань», я жил в Казани, я жил долго, счастливо, можете поверить. Я работал в газете «Вечерняя Казань», и однажды, работая в газете «Вечерняя Казань», пришли люди из соседнего Казанского молодежного центра,
Они ходили к нам обедать, зашли ко мне в отдел, посмотрели на меня и сказали: «Ты толстый». Я сказал: «Открыли Америку, ё». Они так еще посмотрели, как-то, знаете, как-то нормально. Говорят: «Вот у нас будет две елки для детей сотрудников Казанского молодежного центра. Нам нужен Дед Мороз». Ну, дешевый Дед Мороз, как я помню. То есть это бесплатный Дед Мороз, который в результате оказался бездарным, я не скрываю этого. Почему-то я хитро сразу сказал: «Валенки должны быть с калошами». Я не знал еще, что к чему, но я попросил калоши. Они сказали: «Да не вопрос». В назначенное время я пришел в Казанский молодежный центр. В фойе стояла елка, богато наряженная. Детей было человек 12. Родителей было раза в три больше. Почему? Видно, пришли все, которые, как говорится, не подозревали о своем отцовстве. Но тем не менее. И я-то думал, да, мне дали плисовый синий халат, мне дали бороду, усы, помадой намазали нос, шапка, кудри, валенки с калошами и посох, вымазанный синей гуашью, который оставлял следы на всем живом и неживом. Посох был как карандаш самоделки на дороге. И я думал, что я вышел: «Детишки, здравствуйте, дети там записывают от восторга, и праздник пойдет по, да, течению совершенно непредсказуемому». Я вышел, сказал: «Здравствуйте, детишки». «Здравствуйте, девушка Мороз», сказали 12 обреченных на вечность детей. Я сказал: «Поздравляю вас с Новым годом!» «А-а-а!» — сказали дети. А дальше я понял, что говорить не о чем. Но это ладно. Самое страшное — говорить нечего. Я начал судорожно лапать себя по местам, где должны быть карманы у этой шубы. Карманов не было, потому что там ириски лежат. И я начал глубокомысленно помахивать этим посохом. Гуашь отлетала в разные стороны. Я говорил: «Дети!» Я пошел вокруг елки. Когда восьмой раз я проходил: «Дети, вы еще здесь?» Тут уже напряглись родители. Как-то они поняли, что не по сценарию прошло. Потом я зашел за елку и решил не выходить. Мол, уйдут. Минут пять прошло, семь. Я выглянул — сидят. И пока я выходил из-за елки, мне в голову пришла мысль, я вдруг стал говорить: «Здравствуйте, дети». Они говорят: «Да здоровались уже, родители». Я говорю: «А как вы думаете, а почему у нас нет Снегурочки?» «О-о-о, это вопрос вопросов был». Дети задумались. Я говорю: «Вы знаете, она к нам шла, но волк серый ее в подъезде притиснул, начал лапать, мазать там все. Снегурочки, да сейчас, дети, пойдем, волку лапки оторвем, голову разобьем, хвост оторвем, нафиг». Позже таких, там ребенок, что ли? Закройте уши, это страшно. Я из-за этого из Казани уехал. Дети просто, они как-то так не поняли, как это. Ну, вроде тоже сказочный персонаж, серенький волчишка, да? А тут такая кровавая баня, значит. Родители напряглись, и я довольный тем, что я отработал первую елку. Я сказал: «А сейчас все вниз, внизу, в углу». Я это точно знал. В углу за 3,50 подарки. Тогда это стоило 3,50, да. О, ребенок-то не один. Там написано: «Дядя Леня, не рушьте сказку». Ну, я дальше. Значит, это вторая елка была через полчаса. Я вышел в спортзал, который с дверью соприкасался с этим фойе, где стояла елка. Я сел на лавку, и я честно говорю, ни слова лживо, что я рассказываю, я уснул. Была очень сильная энергопотеря. Я просто погрузился. Значит, дум-дум-дум-дум. Я проснулся от удара, бегали вокруг баскетболиста, юные кричали: «Дедушка Мороз пьяный». А я с посохом, представляете, такой чудился, и крапины. Я говорю: «Нет, дети, Дедушка Мороз очень устал, он только что из Лапландии, пешком в Казань». И опять, значит, второе пробуждение было страшным. Такая женская шпилька, лодочка вошла в ребро, и даже плисовый жилет не спас. Методист Казанского молодежного центра стоял надо мной и злобно говорит: «Чё ты спишь, дети охрипли, тебя выкликают». Я услышал, знаете, так краем букли: «Дедушка Мороз, явись!» Там раз в десятый уже кричали дети бедные.
И я, значит, ну как же, детей нельзя обманывать. Это я письмо возьму домой. И я, помахивая этой палкой, значит, я выскочу. Потом мне рассказывали, что во сне борода сбилась на пол. Усы, правда, остались на месте, но помада расплылась. И представьте, такое вот окровавленное, бородатое, усатое чудовище, чуё такое, выскочило. Здравствуйте, контакта! И дети, вот человек 8 было, слава богу. То есть энуреза было всего 7 случаев. Родители напряглись сразу. Родители, по-моему, остались те же, которые были до этого. Они знали, на что. И я, значит, уже сразу сказал, почему нет Снегурочки? Серый волк, там ее трах-бабах, вы сейчас серый волк. Вот, и все. А ты ушел за елку, все. Это заняло секунд 20. Я стоял за елкой, думал, сразу убьют. Сначала снимут реквизит. Типа, дедушка, снимите калоши, потом валенки, а потом... Потом заиграла, знаете, тогда были эти Йоника. Рванула Йоника. Тогда были очень модные. И вот кто-то заиграл там тарадам 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 тарадам. И какая-то сволочь в микрофон сказала, а сейчас танец Дедушки Мороза. Я думаю, ну танец Дедушки Мороза, я же не Дедушка Мороза. Я же страшная пугала. Оказывается, я был Дедушкой Мороза. Меня вытащили за руки, и я пошел танцевать. Я танцевал с криками. Мать вашу, не договаривались так. Потом я решил пойти в присядку, я присел и упал сразу. Я нашел образ. Я вытянул два коленца, и это были оба свои. И я так сижу, а пыль, поскольку натоптали предыдущие табуны, и пыль такая, знаете, в лучах прожекторов, там-то там, та-да-дам, та-да-да, а я сижу такой, и глаза детей, я не забуду их никогда. Я говорю, дети. Внизу за 3.50 в углу. И дети с ревом, знаете, по лестнице. И черт меня дернул, вот я до сих пор запомню, я не могу простить себе. Я вслед им крикнул, я вам сегодня приснюсь. Зачем я это сказал, я так и не понял. Вот к вою присоединились родители. Они уже стали оберегать телами детей. И одна женщина в арьергарде, так она отступала, так, знаете, так змейкой уходила, так, глядя на меня. Она говорит, ох, как скучно-то. И так, а я сижу такой с посохом с этим, я говорю, да не скучно, женщина, это страшно. После этого я сложил варежки, снял варежки с калоши, шапку, отдал этим работникам Казанского молодежного центра и принужден был уехать из города Казани. По всю пору проживаю в городе Москве. Здесь еще ни разу Дедом Морозом не был. Но песню написал. Все вы понимаете, почему я уехал из Казани в свое время? И сколько детей писаются до сих пор. О-о-о, не продавайте меня все время. В общем, дети, там дедушка с елки упал, его забрали в психушку, а теперь он выступает в книжке в Бухаря. Так хорошо, и немедленно выпили. Завершая тему Нового года, все-таки я вспомнил Новый год, который был пару лет назад. И сегодня я спою песню в том виде, в котором она написалась тогда. Пела ее немножечко по-другому, а сегодня я спою ее так, как она написалась тогда. Потому что погода была та же самая, что и сейчас. Мы с тобой лакированные дождями, пьяный Дедушка Мороз с прохудившимся мешком, красный нос, конечно, свой, а в мешках, что под глазами, есть местечко и для слез. Ветер времени суров, он не знает сострадания, он швыряет колкий снег на побитый молью близ, и в не лучшем из миров, на
задворках мироздания одинокий человек, согреваясь, пьет на бис. Непонятные дома, непонятная погода, спешащие назад старомодные часы. Вот такая вот зима наступающего года. Солнца нет, но есть закат очень средней полосы. Ветер сам уже подмерз, забывает их спадать, и снежиночья мошка в душу норовит залезть, выпивает Дед Мороз. Потому как нет подарков, потерялись из мешка стыд и совесть, ум и честь. Зима на задворках мироздания, нескончаемый закат очень средней полосы, равнодушные дома, где исчезло сострадание, и спешат, спешат, спешат. Спешат, спешат, спешат. Все спешат, спешат, спешат. Ну, а вот сейчас кого бы хотелось поздравить с Новым годом? Я тут написал себе немножечко. Ну, во-первых, всех вас это естественно. А, есть некоторые персоналии, которых хотелось бы. Говорю, чуть-чуть гитару потише можно, вот в подсумочке, ладно? Есть один человек, он живет на другом краю света. В феврале, 17 февраля, этому человеку будет очередная дата. Это Пэрис Хилтон. Обожаю блондинок в шоколаде. Вареный. Ну, здравствуй, дорогая Пэрис Хилтон. Пишу тебе из города Москва. У нас тут есть отель с названием Хилтон. У нас была гостиница Москва. Меня зовут Степанова Тамара, учусь я третий год в 9-м Б. Конечно, Перес, мы с тобой не пара, поскольку группу я люблю любые. Лев Жеглов и Володя Шарапова. Ах, Перес, 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 ты супер, ты улет. Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мед, ты вкусная, как херес, без закуси в борту. Ах, перец, перец, перец. Девчончья мечта. Мне нравится, что где-то по приколу летишь над миром, ты во всей красе. Мы тут плеснули спирта в пепси-колу. Ты не поверишь, улетели все. Я пергидролем выкрасила волос. Я в профиль просто, ты не встать, не сесть мог. А голос, ну что сказать тебе про голос? Вообще-то у меня-то голос есть. Слушай. Лев Жеглов и Володя Шарапова. Перес, 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 ты супер, ты улет.
ты жгучая, как перец, холодная, как лед, ты вкусная, как херес, ты в закусе с борта. Ах, перец, 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 а заламурная мечта. Я Ксению Собчак в упор не вижу, ни по кустам, ни даже целиком. Она тебя, конечно же, пожиже, хоть нос и зубы тоже силикон. А мне пока что химии не надо, а я во сне живу, как наяву. Тебя вы к нам на Северный, за МКАДом. Ты вздохла сразу, а вот я живу. И Лев Жеглов, и Володя Шарапова. Ах, пырец, 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 ты супер, ты улет. Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мед. Ты вкусная, как херес, ты закусь в борту. Ах, пырец, пырец, пырец. Российская мечта. Атас, 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 атас. Естественно, я хотел бы поздравить с этим наступающим старым Новым годом Валерочку Мещука, пожелать ему здоровья, дай бог ему, да, всего-всего-всего. Значит, стих посвящения Валерию Мещуку и песня на его мелодию. Шена прилетела. Нет, Шена прилетела. Это когда, откуда «Ше» взялось, когда Виктор Семенович Берковский, царство небесное, рассказал в Америке концерт, и он поет «Гренаду» в Америке, из заднего ряда поднимается рыжий, ражий, щирый хухол и говорит: «Виктор Семенович, шенный вечер!» Так что «Шемуха» не прилетала. Видите, да, ими можно хлопать. Не только участников концерта. Я живу в огромном мире, в однокомнатной квартире. 6 умножить на 4, вот и весь ее метраж. Я живу и в ус не дую, я прекрасно существую и ни капли не рискую взятым быть на абордаж. Слева знойное соседство, справа старенькое детство. Посредине самоедство аж до третьих петухов. Серебрит рассвет окошко. Где же бродит эта кошка? Не бывает понарошку отпущения грехов. В тишине звенящей молча я листы бумаги порчу. Кто ж наводит эту порчу, что мешает тихо жить, тихо топать по дорожке? Где же бродит эта кошка? Забежала б на немножко, было б с кем поговорить. На стене листы бумаги, словно сдавшиеся флаги, а на них обломком шпаги грифель от карандаша. Слово места не находит, кто мои рукой уводит. Где же кошка эта бродит, грешноглазая душа? Тень скользнула по паркету, переломан лучик света. Как хорошая примета, дождь ударился в окно в однокомнатной вселенной. С теплой грелкой на колено мы мурлычем вдохновенно. И что будет, все равно. Циферблат с будораженным ежиком начал время гонять по углам. Малосольный огурчик скукоженный аккуратно делю пополам. Но поехали, зеркало в трещину, за конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Но поехали, зеркало в трещину, за конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придуманным, выбирая пути наугад.
и гитара с потертыми струнами не давала вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила, душу рвал на несчастных шести, и казалось, что самое лучшее за ближайшим изгибом пути. И казалось мне крест свой несущему, что не кончится этот полет. Но та, ожиданием живущая, все простит и, конечно, поймет. Время ежик клубочком свернувшийся укатило по лестнице вниз. И сижу я, еще не вернувшийся, но уже не поющий на бис. Где-то ждет незабытая женщина и на ниточке крутит кольцо. То ли зеркало слишком уж трещина, то ли просто морщина лицо. Нет никого, совершенно случайно, кто бы родился вообще 13 часов. Ну или 14. Есть? Есть! Тогда для вас премьера песни. Вот как знал, а? Вот первый раз ее исполняю. Как вас зовут? Ирочка. О. И жена и дочка Иры. Для вас. Ирина, значит, родная. Сколько ж вам исполнилось, милый друг, что сегодня вспомнилось, как-то вдруг вот бокал наполнился кое-чем, кто сегодня вспомнился. Из огня да в полымя столько лет вы живете вовремя или нет, у кого не спрашивай, все земные, а во что окрашены ваши сны. Дни рождения страдные, праздники, в них живут обманные сквозняки. Вроде только минуло 20 лет, думал и сгинуло. Слезы лить, лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки по ней, закрываем форточки по палате ней. Thank you.